Всем привет! Это видео о том, как сделать загрузочную флешку для установки Windows 10, 8 или 7. Данная процедура необходима в том случае, если у вашего ПК, ноутбука или нетбука нет DVD-привода, или же он имеет проблемы с работоспособностью, у вас нет диска с дистрибутивом системы, или же просто работа с DVD-дисками вам не по душе. Существует очень много различных способов и программ, как это сделать. Но я буду использовать только официальные методы создания загрузочной флешки. Хочу заметить, что они являются и самыми простыми. Первый способ. Все, что вам необходимо для создания загрузочной флешки, это компьютер с UEFI интерфейсом вместо BIOS и сам образ системы. Стоит отметить, что все современные компьютеры поддерживают UEFI. Теперь заходим в проводник, кликаем правой кнопкой мыши на флешку и нажимаем «Форматировать». Обязательно указываем файловую систему FAT32, выбираем быстрое форматирование и нажимаем «Начать». Видим окно предупреждения о том, что все данные будут уничтожены, нажимаем «Ок» и ждем окончания данного процесса. После этого открываем проводником диск или ISO-образ с дистрибутивом. Копируем файлы образа на флешку. И ждем завершения копирования. После завершения копирования ваша загрузочная флешка готова. Далее перезагружаем ПК, заходим в UEFI, ставим загрузку с флешки и устанавливаем нужную вам операционную систему. Второй способ будет актуален в том случае, если ваш компьютер имеет интерфейс BIOS вместо UEFI. Для создания загрузочной флешки вам понадобится официальная программа от компании Microsoft Windows 7 USB DVD Download Tool. Ссылка на скачивание будет в описании. Не пугайтесь, что на названии присутствует только Windows 7. Данная программа также актуальна и для Windows 8 и 10. Для начала запустите программу. Первый шаг – это выбираем нужный нам файл образа системы. Нажимаем «Открыть» и нажимаем «Next». Второй шаг – выбираем нужный нам тип носителя, то есть USB девайс. Третий шаг – это выбираем нашу флешку из списка всех устройств на компьютере. В моем случае это диск W, USB Flash. Нажимаем «Begin Copy». Видим окно предупреждения о том, что все данные с флешки будут удалены. Если важных файлов на данном накопителе у вас нет, нажимаем «Erase USB Device». Снова подтверждаем то, что программа удалит все файлы. И ожидаем завершения копирования файлов на вашу флешку. После завершения видим сообщение «Backup completed», то есть загрузочная флешка готова, и теперь ее можно использовать. Третий способ – это создание загрузочной флешки с помощью командной строки, запущенной от имени администратора. Преимущество данного способа в том, что вам не нужно скачивать и использовать никакие дополнительные программы. Например, у вас нет возможности войти в интернет. А также флешка будет работать как в BIOS, так и в UEFI. Для начала кликаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и запускаем командную строку от имени администратора. Далее вводим команду «Disk Part». И затем лист диск. Из списка всех установленных на компьютере дисков ищем нашу флешку. В моем случае это диск 5. И вводим команду select disk 5. То есть все последующие операции будут проводиться именно с этим диском. На этом этапе нужно быть очень осторожным, ведь все данные с диска, которые вы выбрали, будут удалены. Далее вводим команду clean, то есть делаем полную очистку таблицы раздела флешки. Видим сообщение «Отчет о том, что очистка диска выполнена успешно». Теперь создаем раздел на этой флешке с помощью команды create partition primary.
и вводим Select Partition 1. То есть выбираем этот раздел. Далее делаем его активным, используя команду Active. Форматируем флешку в формате NTFS с помощью команды formatfs равно NTFS Quick. И ожидаем завершения форматирования на 100%. Назначаем букву диска, например, X, используя команду assignLetter равно X. И завершаем работу diskPart с помощью команды exit. Далее закрываем командную строку и копируем файлы с образа на флешку, как и в первом способе. После завершения копирования загрузочная флешка будет готова. И четвертый способ – это использование утилиты Windows Media Creation Tool для создания загрузочной флешки Windows 8 или Windows 10. Ссылки на скачивание будут в описании под видео. Все, что вам нужно, это рабочая Windows 8 или 10, флешка размером не менее 4 ГБ и данная утилита. Я же сделаю на примере Windows 10. Для начала подключаем нужную флешку к компьютеру и запускаем программу. Принимаем лицензионное соглашение. Выбираем создать установочный носитель для другого компьютера. Используем нужные нам параметры или же рекомендованные параметры для этого компьютера. Выбираем USB устройство. Кликаем на нужную нам флешку. В моем случае это диск X. И нажимаем «Далее». После этого начнется процесс создания загрузочной флешки. После завершения загрузочная флешка будет готова, и вы можете ее использовать. При тестировании всех этих способов на компьютере HP DC7800 я столкнулся со следующей проблемой. BIOS определил флешку, и загрузка Windows с нее происходила, но она зависала на первом же окне. Решить эту проблему мне удалось только после обновления BIOS на моем компьютере до последней версии. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание.